Российских криминальных боевиков достаточно много, но не все они обретают популярность. Сериал «Лютый», премьера которого состоялась еще в 2013 году, покорил сердца миллионов зрителей. В 2018 вышел долгожданный второй сезон. Сейчас многие поклонники картины интересуются, будет ли продолжение. Разработчики проекта не спешат отвечать, поддерживая интригу. На данный момент третий сезон сериала «Лютый» не анонсирован. Однако, если его все-таки снимут, премьера нового сезона состоится не ранее осень 2022 года, а точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.